Сегодня для меня очень важный и знаменательный день. Сегодня мировая премьера двух частей симфонии времени, которые я хочу подарить Украине, которые посвящаются Небесной Сотне, посвящаются героям войны, посвящаются всем людям, ныне живущим, которые верят в Украину, любят ее и надеются, что у нас будет все классно. Thank you.
Минуле озивається до нас безумним маревом мелодій, в яких вкарбований колишній час, і крізь які майбутнє в серце входить. О, музико, незрима сповідь тиші, що землю поєднала з небесами, космічні вітри по ночах колишуть тебе, немов місток понад часами. Микола Бровченко. Thank you.
Thank you.